Çok eski zamanlarda Yunanistan'dan savaş yüzünden göç ile Donbas bölgesine gelip yerleşen insanların torunlarından birisi o. Bugün sizlere çelik fabrikasında bir işçiyken kendini iç savaşın ortasında bulan, köklere Ruslara da dayanmayan, Yunanistan'a dayanan bir kişinin işkence ile geçen esirlik günlerini göstermeye ve anlatmaya çalışacağım. Aslında o anlatacak, biz dinleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi ezber cümle kullanacak bazı kişiler bu kişinin propaganda yaptığını ima etmeye çalışacaktır. O yüzden bu düşüncedeki insanları hikayenin kahramanının vücuduna aldığı yaraları, onu bıçaklayıp öldürmeye çalışan Ukrayna askeriyle karşı karşıya geldiği zamanı iyi görmelerini ve basit bir propaganda için böyle bedeller ödemeye değer mi sorularını kendilerine sormalarını tavsiye ediyorum. Videoyu TikTok gibi izlemezseniz muhtemelen Ukrayna'da yaşanan düzensizliğin asıl problemini birinci elden hem de etnik kökeni Rus olmayan birinden daha iyi öğreneceğinizi umuyorum. Ve videoyu en baştan beğen tuşuna bastığınızı farz ederek başlatıyorum. Karşınızda Donetsk Halk Milislerinden Viktor Lupatsi. Меня зовут Виктор, позывной Грек. Я сам грек по национальности, поэтому это такой у меня позывной. Я активист с 2014 года, когда все только начиналось. Эти протесты, палаточные городки, мирные протесты. Не было у нас ни оружия, ничего. И, как сказать, ну даже мы не думали, что дойдет до такого, что против нас будет применено оружие. С украинской стороны приедет армия и будет расстреливать мирных жителей наших. Проводили референдум. Ну, а для меня лично отправной точкой была точка невозврата. Это 2 мая, когда в Одессе, в Доме профсоюза, спалили наших активистов. Но тогда я понял, что все, нам не по пути с этой страной. Не то, что с страной, а с этой властью. На тот момент ничего против украинцев там и кого-либо не имел против них. Я понимаю, что у каждой нации есть нормальные люди, есть ненормальные люди. Поэтому как-то судить, там, украинец он плохой или там русский плохой, я никогда не судил так. Везде есть хорошие люди, есть плохие люди. Поэтому надо, ну, нельзя так конкретно всех под одну гребенку. Ну, 2 мая я понял, что с этой властью нам не по пути. И это была точка невозврата для меня. Тогда я понял, что все, я буду до последнего с ними бороться, с этой властью украинской, которая именно фашистская власть, не простая там какая-то прозападная, там, это фашистская власть. Они своих же граждан спаливали, казнили, пытали. Вот, в 2014 году, когда я уже был в ополчении, так получилось, что я первый раз попал в плен 31 июня. В плену я провел год и 2 месяца у них. Первое время были пытки, издевательства, морально пытались сломать нас. Но я им честно говорил, что я идейный человек. Для меня идейность – это братство народов, это мы должны быть сплоченные, мы должны стоять плечом к плечу. Некоторые посчитали, что лучше прогнуться под Запад и стать европейской страной. Они решили продать свою родную землю, скажем так. Значит, нам с ними не по пути. Мы родину свою не продаем. Вот многие мне говорили, вы предатели, вы родину продали. Но есть такое понятие «родина» и «государство». Родина – это твой родной край, где твои близкие, друзья, где ты вырос. А государство – это та власть, которая вот пришла на крови человеческой, которую сами расстреляли на Майдане свою небесную сотню. И все это преподнесли, что это сделали как бы пророссийские, или там Беркут, или пророссийские активисты там это сделали. Они пришли просто на крови. Им нужна была эта кровь, эта сакральная жертва, чтобы добиться своего, добиться этой власти. Ну, мы-то это понимали, а те люди, которые были там на Майдане, я их тоже понимаю, что они хотели лучшей жизни.
что многих не устраивала та жизнь, которая была на тот момент на Украине. И были такие тоже, как говорится, идейные. Но были такие, которые просто были проплаченные, которым платились деньги, и они за эти деньги готовы были делать что угодно. Им было без разницы, какой человек. Поэтому, скажем так, я считаю эту власть украинскую, просто она фашистская власть. Она применила оружие против своего собственного народа. Как бы там ни было, когда в 2014 году у нас просто были мирные, не было никаких оружий, ни палок, никакой агрессии. Мы просто хотели договориться с ними, с этой новой властью, и узнать, что они хотят, чего они добиваются. При этом никто из представителей новой власти в 2014 году к нам на Донбасс не приехал, не стал с нами разговаривать. Они нас просто назвали сепаратистами, потому что, видите ли, мы хотели федерализации на тот момент, как бы в составе Украины просто жить автономно. Федерализации, ну, они посчитали, что из-за этого мы сепаратисты, террористы. Сразу всем, кто участвовал в этих мероприятиях, мирных мероприятиях, они назвали нас террористами, сказали, нам светит по 15 лет как минимум, да. И нам просто не оставили выбора, кроме того, как биться за свою родину. Вот с этого все и началось. Ну а когда уже начали бомбить Славянск, Краматорск, мы поняли, что это уже война. И война будет кровопролитная, и это не на один год. Как оно, в принципе, и получилось. Тогда мужики наши встали, многие встали. Я вот, например, я бывший металлург, работал на заводе Ильича. У меня никогда не было никаких там настроений там сменить власть там и все остальное. Меня, в принципе, ну, как по большому счету, все устраивало. Устраивало меня и многих моих знакомых та мирная жизнь, то братство, какое было у нас еще и при Советском Союзе, и после этого. Но когда начали нас разделять на Запад и Восток, что мы там москали, а те там типа правильные украинцы, многих, по крайней мере, насторожило и не понравилось. Когда нам начали, когда пришла в 2014 году эта власть с Майдана, первый закон, какой они приняли, это язык, ну, что запретили русский язык. Всегда восточная и южная сторона Украины, ну, территория, они в основном, это процентов, наверное, 95, ну ладно, пусть 90%, они были русскоязычные. Кому мешал русский язык? Объясните мне. Никому он не мешал. Ну, просто это они знали, что это будет как Бигфордов шнур, чтобы взорвать всю Украину, чтобы сделать здесь гражданскую войну. Вот оно так и, в принципе, и получилось. Все идет, ну, я сколько смотрел вот эти революции, которые происходили в разных странах в последнее время, все идет как по методичке. Везде все одинаково. Абсолютно. Везде все. Даже есть видео, где эти же методички, по которым они работают, они даже рисунки одинаковые, только на разных языках. Ну, сказать, кто стоит за этим, кому это интересно. Россия, она, Советский Союз, он всегда был как кость в горле для Запада и для Соединенных Штатов. То же самое уже, когда Советский Союз развалился, Россия стала тоже, скажем так, ну, мое мнение и мнение многих наших земляков, что люди, по большому счету, им не интересны. Им интересны только ресурсы. Ресурсы России. Это газ, это природные ресурсы, ну и все остальное. А по факту, ну, вернее, как, за людей никто не думает. Но когда я первый раз попал в 2014 году в плен, первый раз меня обменяли через год и два месяца. Так я попал в Донецк. Ну, с тех пор я уже служу, воюю в нашей регулярной армии.
Videoya devam etmeden önce birkaç saniyenizi alacağım. Bu videodan önce yayınladığım Ukrayna tarafından vurulan ve bomba sesleri altında namaz kıldığım Türk camilerini, Ukrayna'nın 9 yıl içerisinde sakat bıraktığı çocuklar ile yaptığım röportajları, Rusların vurduğu iddia edilen ama gerçekte başka şeylerin yaşandığı doğum hastanesinden çıkan, o dünyada meşhur olan fotoğrafın sahibiyle yaptığım röportajı, Azerbaycanlı bir Türk ile yaptığım röportajı izlemek için videonun sonunda çıkacak videolara tıklayın ya da şimdi sağ üst köşeden çıkacak yere tıklayın. 31 марта 2024 года, да, я выполнял задание, поставленное мне командиром, и в городе Мариуполе нарвался на засаду вооруженных сил Украины и попал в плен. Когда меня взяли в плен, меня отвели на территорию завода, ну там получается, два металлургических завода, машиностроительные и металлургические. Как раз это получилось посередине между двумя заводами, это помещение, где меня начали допрашивать, пытать меня. Начали допрашивать, кто я, что я. Ну, они, когда меня взяли, у меня было с собой удостоверение. И смысл скрывать, кто я такой, не было, потому что в удостоверении все было написано. Да, я им сказал, что я такой-то, такой-то, занимаю такую должность. Потом начались допросы, где подразделение мое находится, в каком количестве, личный состав, техника и все остальное. Ну, я им, признаюсь честно, я им врал, говорил недостоверную информацию, где что находится. В конце концов, они поняли, что я им говорю неправду, взяли биты и начали меня избивать. Там же, в этом же помещении. Сломали меня, раздробили кисть, ребра. Ну и по концовке поняли, что я им все равно ничего не скажу. Они меня вкинули в бункер. Недалеко там бункер находился, где они скрывались. И в этом бункере была комната 1,5 на 1,5, бетонная, без окон, без света, без ничего. И они меня кинули в этот бункер. Там я пролежал 6 дней, потом в течение этих 6 дней они приходили ко мне, пытались морально сломать меня, рассказывая, как они уничтожают наших ребят, именно и армию ДНР, и российскую армию, что они идут вперед, что они занимают населенные пункты, хотя на самом деле такого не было. Ну, я понимал, что это психологическое давление, что они меня пытаются сломать морально. Поэтому, не поддавался я этому. И это буквально прошло 6 дней. Я не знаю, что там произошло, но они были очень агрессивные. Они меня вытащили в коридор и сказали, сейчас мы с тебя будем делать самовар. Самовар, чтобы вы понимали, это человеку жгутами перетягивают руки, ноги, отрубают конечности и прижигают их, чтобы человек не истек кровью. И просто человек по факту остается инвалидом. Ну и вот они мне уже перетянули жгутами руки-ноги, собрались отрубывать конечности, но в последний момент их мне командир сказал, подождите, не делайте это, должен приехать еще какой-то командир, чтобы со мной поговорить. Ну они психанули, сказали, ты что там, типа за сепара, ты его там пытаешься спасти, там то все. Нет, он сказал, нет, пока он с ним не поговорит, вы ничего с ним делать не будете. Ну, тогда у меня сняли жгуты, кинули обратно в эту комнату. Это было днем, а ночью ко мне пришел один боец. Ну, на данный момент я уже знаю, кто это такой. Его позывной был Саид, Дмитрий Евган, это фамилия его. Он зашел ко мне ночью и сказал, или ты будешь с нами сотрудничать, или я тебя пущу в расход. На что ему ответил, говорю, в каком плане сотрудничать? Он говорит, надо вывести группу ДРГ на территорию Донецкой Народной Республики и там взорвать артсклад. Но я ему сказал, я этого делать не буду. Говорю, все равно, говорю, хоть так, я знаю, вы меня пустите в расход. Поэтому я этого делать не буду, как хотите, и все. Ну, он сразу психанул, он вытащил штык-нож и начал наносить мне удары, 9 ножевых ударов. Первый был у меня в плечо,
потом сюда в ключицу. 3 удара в спину. Я упал. Уже лежа он начал меня добивать ударами в шею и 3 удара в голову. Ну, я потом присел рядом и говорит, сидит, и говорит, я хочу видеть, как ты умираешь. Ему просто это приносило удовольствие, видеть, как человек умирает, так как из меня уже мало крови вышло. Честно, дословно я не буду пересказывать наш разговор, потому что я был в таком состоянии. Единственное, что я помню, он меня хотел добить, а я ему сказал, ну, если ты настоящий воин, дай мне, я говорю, умереть одному. Ну что он сказал, хорошо, я тебе дам эту возможность, но он реально думал, что я умру, потому что очень много крови с меня было, вытекло. И он встал и ушел с этой комнаты и закрыл за собой дверь. Я лежал, я чувствовал, ну, слабо чувствовал, что от потери крови. Но в то же время я понимал, что я не умираю. Я решил воспользоваться моментом, притвориться мертвым. И что, может быть, они подумают, что я мертв, и выкинут меня. И я смогу добраться до своих бойцов, ну, до своих... до своего, ну, не подразделения, а до бойцов армии ДНР. Я знал, где они находятся, они были недалеко. Я так пролежал 2 суток. Притворялся, что я мертвый, я не шевелился. Они еще ходили мимо двери, прислушивались, шевелюсь я там или нет. Через 2 суток они зашли в комнату, взяли меня за ноги, вытянули в коридор, кинули на носилки и вынесли наверх с бункера. Там недалеко стояла котельная, они меня выкинули за котельную, накрыли каким-то то ли покрывалом, то ли тряпка какой-то. Как один сказал, когда несли меня, говорит, давай подальше, чтоб не вонял. Но когда отнесли, выкинули меня, я там пролежал до вечера, потому что 2 раза они еще запускали коптер, смотрели, на месте я или нет. А вечером, когда уже были сумерки, начался артобстрел сильный, бомбежка. И я воспользовался этим моментом и начал ползти в сторону наших бойцов, там, где находились наши подразделения. Так я полз всю ночь по территории завода. Так получилось, там все было разбито, стекла побитые, бетон. Я полз, идти не мог. Реально, я не мог идти, просто полз потихоньку с передышками, чтобы сил набраться. И так получилось, утром меня услышали другие бойцы ВСУ, что я ползу по этому стеклу, выскочили и опять меня взяли в плен. Но они начали меня допрашивать, кто я такой. Я понимал, что у меня не было удостоверения с собой, и они не смогут сейчас установить мою личность. Я просто сказал, что я мобилизованный, просто что нас сюда закинули, попали под минометный обстрел, меня контузило, у меня с ушей было, текла кровь, ну, были подтеки крови. Говорю, меня контузило, очнулся, куда-то ползу, куда не знаю. Но они поначалу мне не верили, думали, что я снайпер, начали проверять у меня мочку пальцев, это фаланга, на наличие мозолей от курка. Потом синяк здесь смотрели, спрашивали, где моя винтовка. Я говорю, я не знаю, говорю, был автомат, но после обстрела, говорю, очнулся без автомата и куда ползу, не знаю. По концовке они позвали какого-то медика, врача своего. Тот меня осмотрел, эти ножевые ранения, но оно все было в крови, грязное все было. Он посмотрел, говорит, ну, похоже, что на осколочное, что он говорит правду. Но тогда они успокоились, отвели меня в подвал. Там был цех, и в цехе была столовая. И вот они в подвал этой столовой меня отвели и закрыли в комнате. Там я пробыл, не знаю, дня, мне кажется, 2, может, 3. Потом они пришли и сказали, так и так, мы уходим. Говорит, если тебе повезет, то тебя найдут твои бойцы. Если нет, ну, значит, тут твоя могила. И они вышли из комнаты и заложили
дверь металлом, чтобы я не мог выбраться оттуда. И ушли. Прошло несколько часов. Ну, я плохо ориентировался во времени, потому что света не было. Темно было, и мое состояние еще такое было. Прошло несколько часов, и я услышал, как по подвалу кто-то ходит, разговоры. Ну, честно, я решил, что это они вернулись. Я затаился и начал прислушиваться, что происходит. И слышу возле двери, которая была в мою комнату, разговор, говорит, смотри туда, говорит, дверь металлом завалена, наверное, там что-то есть. И они начали разгребать этот металл. Приоткрылась дверь, и один из бойцов крикнул, есть кто живой? Но я понял, что если я промолчу, то они могут, ну как обычно делается зачистка. Если подозрительное помещение, закидывается граната, и тогда только заходят туда. Если я промолчу, получается, свои же, если это наши бойцы, то свои же бойцы меня и добьют. Но я сказал, да, есть живой, я говорю, военнопленный армии ДНР. Они посветили на меня фонариком, говорит, смотри, у него наша форма. И схватили меня под руки, вывели меня наверх, на улицу. Попросили посидеть, подождать, пока они прочешут подвал. И потом, когда они прочесали, они вышли на улицу, посадили меня в машину и повезли меня уже в госпиталь. В госпитале мне оказали первую медицинскую помощь. Просто обработали раны и в срочном порядке отвезли уже в другой госпиталь, где мне начали зашивать эти раны, начали делать рентген. И уже после рентгена они увидели, что у меня с головой и что там у меня переломы. И тогда они меня отвезли в Донецк, на скорой помощи отвезли в Донецк, где меня уже начали оперировать. Мне вырезали кусок черепа, и через какое-то время, через 3 или 4 месяца, мне поставили пластину в голове. Вот такая вот история. Все-таки, я как-то слушал, это был как фильм. Поверить невозможно, конечно. Но у вас все доказатели, конечно, есть. После этого, как смотрите, вот это, который с вами издевался, это человек. Хотела бы, чтобы его тоже расстреливали, убили, чего-то. Виктор'ın cevabına geçmeden önce Виктор'ı öldürmek isteyen askerle yüzleşmesini bir izleyelim. И вышел оттуда. Какие чувства испытывал, когда резал? Не могу описать. Тело вынесли через, получается, сутки, на следующие сутки, на вторые сутки вынесли медики, сказали, что он мертв. Посмотри направо. Вспоминаешь? Вспоминаю. Да? Да. Ну, Бог тебя судил, понял? Да. Это ты его резал? Да. Разрешите попросить у вас извинения просто для себя, перед Богом. Прошу извинения. Можно? Да не надо мне этого извинения. Я вас понимаю. Нет, я не хотел бы, чтобы это как-то это показательно было. Просто я хотел бы с ним встретиться на поле боя, на равных. Тогда я был связанный, когда он меня резал. А на поле боя бы я с ним по-другому разговаривал. Ну так, на равных встретились бы и посмотрели, кто кого. А вы его видели? Ваши чувства? Что было? Ну, честно, хотелось его разорвать. Просто разорвать за то, что он сделал. И то, что он, кем я стал после этого. Ну, понимая, что он теперь в плену, и теперь сам же чувствует себя так же, как я чувствовал, когда я у них был. Вы, Грейк? Да. Вы вступали к этой войне, защищать свою родину. Вы так сказали. Да.
А я турок. И из нас тоже азербайджанцы, тоже придут сюда воевать. И также чеченцы. Но, сожалею, есть люди, не изображают, как идет речь. Как вы можете коротко объяснить им, чтобы вот это разные народы стал единым, воюет против Украины или западной силы? Да что я могу сказать? Вы понимаете, тут сильно работает пропаганда. Тут надо понимать просто, к чему это все приведет. Я скажу так, вот, ну, я не буду говорить за всех, это чисто мое мнение. Но там, где вмешалась Америка, там никогда не было ни порядка и никогда не было нормальных условий жизни. Взять Ливию, взять Сирию. Очень много стран, где вмешалась Америка. Там никогда не было нормальной жизни. То же самое Украина. Мы никогда не думали, я, по крайней мере, и многие, большинство здесь, в ДНР, никогда мы не думали, что мы будем воевать друг с другом. И я до последнего я говорю, что я воюю не с украинским народом, я воюю с этой властью. Те, которые пошли за эту власть воевать, значит, они для нас враги. Потому что эта власть, они предатели своей родины, предатели Украины.